поздравляю всех с праздником, с Днем Народного Единства. И сегодня в честь этого праздника в городе организована масса мероприятий, направленных на спортивное и патриотическое воспитание наших граждан. От имени губернатора Алтайского края разрешите вас поздравить с этим замечательным праздником, Днем Народного Единства. Наша страна многонациональная, и в этом наша сила. Хочется поприветствовать всех участников военно-спортивно-патриотического праздника, который посвящен Дню Единства и Согласия. Пожелать всем удачных выступлений. Занимайтесь спортом, спорт объединяет, спорт формирует ваши традиции, спорт формирует ваше правильное общение, правильных друзей. Одна дружная, спортивная, можно сказать, патриотическая семья, которая дает возможность нам снова и снова встречаться, быть вместе и показывать лучшие свои достижения и успехи. Всех с праздником! Ну, Россия!